На конкурс дети читают стихи. Суздальцев Кирилл, 11 лет, Тамбовская область, Токаревский район, деревня Павловка. Петр Герасимов, бабушкина любовь. Рисует ручка бабушку в затерянном селе, вздыхающую тяжко со скорбью на челе. Сидит она, старушка, недвижная, как тень. И тень ее подружка, при ней и ночь, и день. Чуть брежет керосинка, в углах не тронут мрак, и прядь из-под косынки торчит, как белый флаг. Как белый флаг пред старостью, а на стене портрет. Муж молодой и радостный, из довоенных лет.